Всем привет, меня зовут Полина, и сегодня будет немножко необычное для меня видео, я не буду ничего показывать вам, практически, я имею в виду, не буду никуда ходить, ничего рассказывать, я просто решила сегодня порисовать. Хочу сказать, что последний раз рисовала я, наверное, где-то 1,5 года назад, и то карандашами, и акварель не трогала, ну, 5 лет точно, чтобы вам не соврать. В общем, сейчас мы посмотрим, что из этого получится. А еще, когда я посмотрела на финальный вариант моей картины, то, что у меня получилось, я подумала, что вот есть много видео о том, называется «Draw my life», «Нарисуйте мою жизнь». Я посмотрела на свою картину и поняла, что это «Draw my mood», «Нарисуй свое настроение». Вот. И эта картина описывает мое настроение, потому что вроде бы она как бы яркая вся такая, но в то же время слон. Ну, в общем, как-то так у меня получилось. И мне кажется, что это будет неплохое видео для Ютуба. Ну, в смысле, не для меня, а для других людей. Draw my mood, это интересно. Надо об этом подумать. В общем, я надеюсь, вам хоть немножечко понравится. Посмотрите, какой из меня художник. Ну, как художник, это громко сказано. Ну, в общем, надеюсь, хоть немножко это будет интересно. Приятного просмотра!